Тюмень съехались хирурги со всей России. Сразу в двух больницах Нефтяника и второй детской проходят мастер-классы по эндоскопической хирургии. Доктора из Москвы и Санкт-Петербурга демонстрируют необычные операции. Через без разрезов, доступом через нос исправляют патологию глазницы и основания черепа. В России, к сожалению, мало, очень мало таких центров, где пациенты с данной патологией могут получить комплексную помощь. Но вот как оказывается, что ваша больница города Тюмени, она является одним из таких центров, это прекрасно. Хирург работает как через замочную скважину. Это снижает травматичность и ускоряет сроки выздоровления. Мы планируем обучение и докторов на нашей базе, и проведение этих вмешательств, внедрение этих вмешательств под контролем навигационного оборудования, потому как где, как не в детской практике, использование малотравматичного, высокофункционального оборудования должно быть применимо.